дым, дым включен. Я хочу нас немножко поправить, что Стив Джонс был на ваших экранах. Это еще один наш судья и еще один зритель контроля, да, Стив Джонс, который как раз челленджерами занимается и такой наставник пилотов, не боюсь этого слова, челленджеров. Стив Джонс, который сегодня пролетал у нас. В отличие от морских судов, воздушные суда, нет такого поверья, что женщина за штурвалом у руля – это к несчастью, я вам так скажу. Даже в гражданской авиации иногда можно услышать прекрасный женский голос, который говорит: «Уважаемые пассажиры, приведите свои спинки ваших кресел, вы приземлились в аэропорту, там, шипите в этом одетого, неважно, женским голосом». Все в шоке, но это нормально. Мало того, в течение сегодняшнего дня, чуть попозже, вы увидите выступление Светланы Капаниной. Ребята, нашей прославленной девушки-пилота, женщины с большой буквы, восклицательным знаком. Самый титулованный пилот на планете Земля. Представляете, это русская девушка.